Приветствую, друзья, это Натомка, канал Здравого Смысла. Тема сегодняшнего урока – короткий сгибатель мизинца, мускулюс флексор, дигити миними бревис. Иногда он описывается как мускулюс флексор, дигити миними манус. Как мы видим, он имеет вид небольшой уплощенной мышцы, располагается латеральнее мышцы, отводящей мизинец. В верхней части прикрыт короткой ладонной мышцей и кожей. Мышца начинается от крючка крючковидной кости, гамулюс осис гаматум, от удерживателя мышц-сгибателей, ретинакулюм флексориум карпи. Мышца направляется дистально, прикрепляется к ладонной поверхности основания проксимальной фаланги мизинца и функция данной мышцы соответствует ее названию. Мы видим не что иное, как сгибание мизинца. Иногда говорят сгибание проксимальной фаланги. Подписывайтесь на канал Антомка, комментируйте, ставьте лайки, помогайте развитию канала. До встречи!